Все, заходим в инс. У нас полчаса до РТ. Да. Я, короче, просто задралась очень далеко, и мне бы потом пришлось долго бежать туда еще раз. Так, ну ты присумай это самое, все, запускаю. Я внутри, я бафаю сейчас. Запустил, короче, лентинель кулаки, маковые каски, маковые протопал, минские кресты. Давайте фулл баф, лапки там, инту, пристабаф, что еще там. Вроде все есть. Про рыбу. Это рыба для Войда. А, рыба для Войда. А, успеем съесть, надо. Блять, сейчас босс 20 секунд. Короче, буду просить капли, я должен затанковать вернее. Первую каплю Лина, вторую Маковей. Тюменская там, надеюсь, не придется тем. Сейчас Лину закончу. Ну, проси, короче. Бо, когда надо, скажешь, я кину. Отошли дальше от босса. ЧП, это дичь, сало давай. Что? Два стака без плэша. Лина, давай кап. Дали. Че, не убил? Нет. Я жива, она же сбрасывает автоматически. 4, нормально. Пятый не успел. Это самое, Снобальда убьем. Киньте боб, пожалуйста, Лина, дай мне боб. Сейчас. Тикает тут дамаг. Все, я прав. Я недавно его просто в другое место перенесла. Может рост? Или у нас шаман? Нет, ведь нету шаман. Так, лужи сейчас запустим. Так, желчь на мне. Маш. Так, сейчас побегу по вам. Так, кто это там еще? Все нормально. Угу. Дальше запись. Блять, медведь это такой охуенный танк. Лучше бы ДК был. Будешь сегодня хера танчить? Да, Джейми обосится, блять. Наверное, не придет. Или не будет родить. Джерри может? Джейми. Джейми, не знаю, будет сегодня, ничего не писал. Да просто лучше. Джерри, он же последний КД рейл, не? Хильте, блять, протопал. Ч он тут? Слишком далеко. Ну и что, блядь? Протопал. Да там нажал. Он плохо ему, короче. Он под этой хуйней, по токсинам. Ну и поебать, короче. У него боб кинул, это не сработало. Паладин, я пыталась. Да, надо бабл нажать. Есть бабл у тебя, Маков? Сейчас уже снимем. Уже нет. На него боб кинула. Я танчу. Так, ух ты, я на месте остался. Хуяще. Кого он бежит? Крышку ханчу. Что-то отпрыжки там все, что-то делать. О, красавчик. Подамажу в карте. Войд киса. Чуть не сдох. Достаточно ярости. И сейчас. Слишком далеко. Надо подождать. Так. Что-то тут падать должно. Кислотные пробы, там тапки. Встреча,
Ну-ка. Фа, нихуя. Бесовый жезл упал. Ну, да, конечно. Бесовый жезл — это хорошо. На бесовую мишку ничего не падает, бля. Здорово! Мы готовы к следующему испытанию. Ты кинул тупо топ-ролл на этот жезл. 10 из 10. Да, будь в танке. Это портал в этот раз давайте бить. Там такой портал появляется, из которого госпожа Боли выходит. Блять, по-моему, бесконечно. Бесконечно, да, не выходит, пока не убьешь. Верховный лорд, а теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, поэтому в портал переключимся. А может быть, даже я в него чаржнусь. И мы будем его бить кливом. И будет вообще охуенно. Встаньте как-то по кругу, я хуй знаю, что вы кучей стали. Вот тут, где сова стоит, тут будет портал появляться, я сюда приведу босса. Отойди в другое место куда-то, вот или туда, к воротам, или сюда, и куда-то, блядь. На путь там, на улице. А там два на пулу. Короче, смотри. Вот тут вот будет портал появляться, сюда я подведу босса, где встречи там возьму. Этот рогатый, блядь, петух, сука. А что с него не снять? Кожу никак? Не. Блядь. Герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем... Никакую. Перед вами Кратсус, эвенарский повелитель пылающего легиона. Здесь будет красивый чар. Об этом разбежитесь потом от портала. Сука, враги не было. Все, ебаш, забегите же, при этом рейндж моя шея. Я эти шмотки были перед этим. Смотри, вот это на меня шея охуенная. Заебись, красава. ГЦ. Блядь, убил шмотку. На протомишку. Макавей, я тебе могу отдать. Танк запустил. Блять, тут медведь вообще бесполезен, короче. Ну попробуем как-то поконтролить. Победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать... Стой, брат. Шеф. Я требую справедливости. Тирион. О, я спалила. Сверху. Я топ. Макавей, тут вообще легко, как в ПВП берешь, короче, косты сбиваешь, сало даешь, блядь. Что там, блядь, замедление, печать включаешь, чтобы эти педики медленно бегали. Сейчас мы посмотрим, кто там вылезет. Блять, мне кажется, хуёво будет. Мы как-то попробуем, короче. Ну вот смотри, вот короче, вар, да. Там еще, блядь. Редрик какой-то. Энг, смотри, блядь. Блять, Редрик Энг, да, походу. Ну короче, я... Если надо, я могу на БДК зайти потанчить. Блядь, забей. Я попробую вара держать. Также каток, там все по КД, фиры, смотрите внимательно. Этот джест, контролишь бревно вихрем. Так, что у нас по... Блять, мунопарт. Коры, короче, знаешь, что делай?
Так, сейчас вот этот Бельнор, который все знают тебе месяц. Вот его, короче, в овцу превращает этого ретрика, этого пидора. Так, первым бить будете Ханта. Этот, блять, кто? Жест, контролишь дерево. Сука, этот мутант Дарт Вейдера включил. Блять, я же потом сверну игру и сниму участника и кикну с группы, блять. Давай, Вольт, попробуй, попробуй. Вот сними с меня участника, давай. Слабо, а? А? Я привет. Думаю, привет. Ладно. Это самое. А потом... твой отец? Кого же мы будем бить потом? После Ханта давайте будем бить Энха, а после Энха будем бить вот этого Приста. То есть звездочка, кружок, потом ромби. А потом посмотрим там. Короче, Маковей, ты держишь. Кого я тебе говорил, кого-то держать? Давай, короче. Давай ты будешь сидеть на... на этом, на месяце. Кор его превращаешь в овцу. Если он из овцы выходит, то берешь Маковей на себя, его таунтишь, даешь стан там, если он бежит. Только не все одновременно, ладно? Все чигну. Сначала бьем звездочку, потом кружок, потом ромбик, потом скажу, все, я врываюсь. Слишком далеко. Бейте звезду. Дайте фиры. Беги, малышка, беги! Отбегайте. Отбегайте от мобов, блять, ну не дохни. Вы что, пули навалили? Ты обкуренный, что? Ага, да, почти. Отбегай от мобов хотя бы. И сейчас. Блять. Отбегайте. Антихам, диспель. Антихам. Диспель. А, диспель, ты столько ходов на нем. Два жизни цвета. Короче, после... ну давайте бейте ромбик, после ромбика в этот... бейте кружок. Отбегайте от крестика, потому что он пизды даст. Вот. Отбегайте от крестика, потому что он вам пизды даст. Отбегайте от крестика, потому что он вам пизды даст. О, вот завис, ребят. Нам нужен новый. Да. Нам нужен новый Войд. Бля, слил рак. Знаете, где Войдов заказывать? Так, ну все. Все, бейте треугольник этот обоссанный. Это я Вара подержу, короче. По-моему, Войдов делают как суши вот в этих... Саюри. Есть что? Че это такое? Блин, мне аж суши захотелось. Слушай, Войд, а ты золотые купола ставить умеешь? Че это такое? Ладно, понял. Это вдоль тихоня такая. Кто видел видосик, тот знает. Подиспельте Эрдру, чё вы? Чё, тут уже все, чё вы парите? Не, ну он типа стоял под дубовой кожей, отхиливался. Ага. То есть мы типа его били, он чуть плюс шел. Апл. Ага, все, бейте этого месяца. Нехорошо. Все, стан этому гомику. Бейте, короче, этих гомиков. На, сука, по башке ему дала. Все правильно. А что, у вас в городе нету таких этих суш? Они называются Саюри. Нет. Ну я не уверена. Я ненавижу. Я далеко не везде была. Так, резайте пулю. Истинная опасность еще впереди. Это тринк войс тебе надо? Врезаете? Нет. Я же мишку собираю. Какие там вообще тринки? Надо фубай на мишку. Ну, Сигниса и Черное сердце. Нет, такого суши нету. Так, сразу приготовили. Маковей, короче.
жуткие валькиры. Так, ты тончишь, берешь белую и тончишь левую. Где ты, Маквей? Слышишь меня? Бери белую вот эту парашу. Маквей, алло. Бля, ты что там? Маковей. Завис, пацан. Пацан просто в шоке. Маковей. Пойди, я пулю какую, блядь, кого хилить? Так, пуля. Хилить, да похуй, хиль кого-нибудь, похуй. Не сейчас. Маковей, ты нам по нам каску 30 минут бафни, а по себе 10-минутный баф. Чё ты? Он наоборот делает. Алло. Хорош. Братан, иди возьми белый кружок вот этот вот. Тут вообще легко, короче. Отходишь, вот взял, а теперь отходишь к тому черному кружку. И туда ведешь вот эту мобиху, короче. Я на нее треугольник поставил, вот ты ее держишь, короче. Она когда сорвется, ты нажмешь таун. Там, тут, ну, блядь, таун ты впустую только не отдавай. Все, короче. Погнали. Тарелки. Давайте ебашим. Забираю. Все, бейте эту мобиль. Забирай еще. Буди на мне. Отведи ее к черному пушку. Ага. Способность секунда, приготовь. Секунда, смотрим. Меняйте 5. Надо или нет? Ну да, надо, меняйте. Надо. Вот. Надо сбить эту хуйню, короче. Сбили каст? Да. Ну все, мы... Бля, я упал. Это самое. Джест красав. Так, сейчас как он, бля. Забрал. До этого хилы лучше бы. Нет. Лол. Способность 3 секунды. Секунда. Так, темный. Берите темную все и убегайте ко мне. Бегите сюда, там вертеться сейчас будет, блядь. Бегите, убивайте. Тебя оценили. Забрал. Все. Блять, как моя рука, первый раз я вижу. Так, надо на приста. Пиздец. Добрый день. Зачем ты меня уронил, блядь? Я хуй знаю, что ты пробил там как сигна. Ну-ка, блядь, сверху возьмем. Прикинь на ДФБ. Я типа отбежал, но там чуть-чуть побежал менять и смотрю, что тебя нет уже. Короче, здоровье 55. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя уклонение. Как она часто бьет, блин. Мы вместе нанесем огромная такая еудень у меня. Нет, Джесс, забей. Я так рогнул. А что же у меня 34 тысячи и потом 7 тысяч? Что это за хуйня, Раша? Такое испытание. Нас гораздо больше. Да. Тут три хила надо на ДФБ ходить. Это прям стопудняк. Ну, на валях, ну, мы ж выяснили, на валях три хила, на первом боссе в три хила. На втором, кажется, тоже в три хила. Чем, по-моему, два? На валях только два. Все. Мне кажется, три надо, потому что... Ну, блин, на Анубе точно два. Ну, ой, три. Три на ванках. А там мы везде, типа, два ходили. Опять же, смотри, какие хипы там. У нас был хп выше. Ну, мы я, на... Я, типа, спекался антрон на ванках, и все. Мы на Анубе в два хила были. И у нас был Элим в хило-шмоте, но в ДД-спеке. Нормально. Угу. А я, короче, хилил в посмотри кошмоте. Кек. Не, я хилила в обычном, ну точнее не в обычном, а в ДФБ шмоте. Я недавно целка хилила в ДФБ шмоте, прикольно было.
Не знаю, это прикольная тема. Так, ну давайте. Так, как мы будем, короче, Маковей. Тут два жука с двух сторон выходят. Первых сливаем. Вторых, блядь. Вторых тоже, наверное. Ну, должны, в принципе, убить. Подведешь под босса и будете бить босса. Как переведем, типа, на 30. Ну, на вторых жуках. Туда бьете жуков. А потом, короче, потом сейчас антихама кину туда. Да, или пулю. А, бля, он же ДЦ, сука, ну его нахуй. Просто три себе срежет хил и все. И все, без всяких контролей. Просто заберешь по один-двух мобов в сторонку. Ну, типа, на последней фазе в сторонку отводишь их, чтобы их за ауе не задели, и все. И гнев небес дашь, когда они будут кастовать. Ну и все, блядь, короче, чекну. Это не я стал у тебя босса. Идут жуки с одной стороны. Обвешиваем. Бьем жуков сильно. Обвешиваем с боссом вместе. Максимальный профит. Вот дамаги хорошо бьем. Сейчас жуки появятся, а вы сильнее босса бейте сейчас. Должны без зарывания. Жуков ведешь под босс и бейте босса. Переведем и добьете жуков. Вот жуки идут, паладин бери, бейте босса, подводи. Вот 2%. Вот теперь жуков бьем. Переключились в жуков бьем. Убили все жуков. Хил на 30%. Держи. Парей. Вот. Теперь зерга курец хила есть, все заебись. Ну, блядь, где дамаг? Ну, чё, блядь, как ты не лёмер? Это... У него КД? Ладно, бьём. Жуки в сторону, а твой же откуда не вышли там? Блядь, ну не босс. Бьём. Я умирал молодой. Ага. Ух ты, пожимку отдал, столько хп. Мы купим новую мину. Убивайте этого пидора. Я уникальна, вот так. Может быть. Твой щит. Мы тебя слепили и стало, что было. А чё упало, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, лестните, пожалуйста. Да это же топор! Сука! Блять, вы охуели, сука, топор! Почему он мне на ДК не падает, падла, тварь? Эти плащик, РДД, пиздец, шоу-то охуевший. Блять, это ИРСК, это ВК идущий, блять. Сука, Маркош, блять, он мне нужен, у вас шмотка на БДК, бля. Сука, Тюменская выиграла, походу. Ну, тебе типа, если надо, я дам. А нет, я выиграю. Если кому-то очень надо, я отдам. Никогда мне нужен собирать, этот не топор. Не буду собирать вторую ИВК, блядь. Го ИВК, го Мишку, блядь. Мне тут шмотки на БДК падают, сука. Блядь, это смотреть, это вообще максим. Спасибо. Хант, тебе вроде меч нужен был двуручный. Хант, брат. Тебе нужен двуручный меч? Вот этот. Вообще нужен он кому-то, этот меч? Я уже себе топор выбила.